Сегодня сочельник перед православным Рождеством, и Русский Союз Латвии, Русская община Латвии уже по многолетней традиции приехала в Центр социального обслуживания пожилых людей в Даугавпилсе. Приехали с поздравлениями, со сладкими подарками и с хорошим настроением. Конечно, мы желаем этим людям, которые очень много испытали негатива в своей жизни, здоровья, уверенности в себе, надежды на будущее и, конечно, очень важно в наше время, мирного неба над головой. Чего желаем и всем вам. Каталочку. В этот раз не ананасовые, в этот раз будут персики и груши. Вы к нам приезжаете, у вас доброе, отзывчивое сердце. Никогда нас не забываете. Спасибо вам большое. Ну, я бы сказал, что у нас я не один, а несколько человек. Да, вы всегда говорите, что вы не одни. Нет, но это правда, потому что стараются многие люди. Да. И всегда планируем, и они помогают приехать, закупиться, загрузиться здесь. Милие даугавпилеши, милие šitās patversmes iedzīvotāji, man ir ļoti liels prieks atbraukt pie jums un apsveikt ar jauno 2024. Gadu. Laiks pirms Ziemassvētkiem, pirms jauno gadu, tas ir laiks, kad nopelnījies visas sapnis. Mums gribēja tos apsveikt jums un novēlēt jaunajā gadā stipru veselību vispirms. Tāpēc, ka cilvēkiem ļoti skaistā veicumā tas ir nepieciešams. Mums gribēja tos novēlēt jums mīlestību un siltumu jūsu sirdīs. Paldies jums, ka jūs esat, paldies jums, ka mēs kopā un lai jums veicās 2024. Gadā. Мы знаем, насколько непроста работа персонала, которые работают здесь и вместе с вами живут, по сути дела, этой жизнью. Поэтому спасибо от имени Даугавпилской думы, от имени Русского Союза Латвии. Нам будет очень приятно, если вы сегодня попробуете те вкусняшки, которые мы вам привезли. Хорошее сердце у вас у всех. Вы помните о нас, и мы будем думать о том, чтобы вы тоже у вас в семьях было, и с вами все, и работали у нас в городе для нас и для нашего города. Paldies visiem par to, ka uzaicināt. Paldies visiem par to, ka mēs kopā. Es domāju, ka vismaz cerēsim, ka 2024. Gads būs vieglāks nekā, piemēram, 2000 iepriekšējais. Un cerēsim uns visu labāko. Jā. Всё, до свидания. Спасибо большое. Всё доброго. Ļoti patīkam. Visu labu visiem uz redzēšanos. Laimīgi.